Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты знаешь, как выглядит танк. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк. Я тоже, бро, знаю, как выглядит танк. Но в игре, в которую мы сейчас будем играть под названием Match Tanks, ты точно таких танков не видел, потому что они необычные, они эпические, смешные, а некоторые даже страшные. Мы с тобой продолжаем здесь объединять танки для того, чтобы проходить уровни. И это уже у нас третий ролик по этой игре. Мы сегодня с тобой пройдем 3 карты и посмотрим, что же здесь будут за танковые монстры нам встречаться на пути. Мы уже здесь находимся в игре. На 31 уровне. С левой стороны это наши танки, с правой стороны вражеские. У нас есть крутой танк 7 уровня. Вот он такой прикольный. У него вместо ствола какой-то меч. Сзади тоже есть крутой танчик. Стрелок, видишь, такой рыжий бородатый. Стрелок 6 уровня. А с правой стороны враги. Я нажимаю файт. И давай, начнется эпическая битва. Нападаем и уничтожим эти вражеские танки. Давай, отличное сражение. Наш непобедимый зеленый танк выдержал все вражеские удары. Мы с тобой движемся здесь, на пути, вот 32 уровень. Наши танки довольно крутые, и пока нет смысла эволюционировать, потому нажимаю старт и поехали. Будем здесь проходить уровни. У нас 41 тысяча хп у врага, меньше 30. Конечно же, мы его побеждаем. Побеждаем до тех пор, пока не встретим достойных противников. Прошли мы с тобой 32 уровень, дальше 33. Нажимаю файт и вперед, против нас 2 кислотных танчика, смотри, оранжевые крутые, давай, дружище, держись. Конечно же, мы тут выстояли и победили. 34 уровень, и здесь не просто 2 оранжевых танка, а здесь даже сзади есть еще стрелки. Файт, поехали, мы должны их одолеть, у них 35 тысяч хп, а у нас 41. Конечно же, по хп мы круче, да по танкам тоже круче. Хотя у них тоже есть стрелок высокого уровня, но мы победили. Как я сказал ранее, это уже третий ролик по этой игре. И хочу, бро, тебе напомнить, вот какие танчики у нас были. Видишь, Камикадзе был 1 уровня, был такой вот кислотный танчик, дальше был КВ-2, потом, видишь, такой вот бур-сверло. Потом у нас был красный танчик, такой кислотный был, и вот он, крутой танк 7 уровня. Дальше будет еще какой-то танчик, еще танки безумные. Ты посмотри, сколько же здесь много танков, а в конце будет какой-то скорпион с пилами. Это у нас были танки ближнего боя, а также есть танки, которые стреляют сзади, они стрелки. Вот видишь, такая вот коробочка 1 уровня, потом 2 уровня, Т-34 легендарный, это был 3-го, такая артиллерия М-42 4-го, Тайгер был 5-го, и вот он, ИС-50. Марине, он 6 уровня, дальше будет такой вот стрелок, потом еще стрелки, безумные, конечно, много стволов, много настрелков еще ожидает при эволюции. Нажимаю старт и погнали, 35 уровень, мы должны справиться, у них с каждым уровнем все больше и больше стрелков, давай, дружище, держись, ты сможешь, да, наш танчик 7 уровня ближнего боя выдержал все вражеские выстрелы. Давай нажмем на книжечку, мы тут выполнили задание, за которое мы, конечно же, можем забрать кристаллы. Вот сколько кристаллов, заберем позже, что еще у нас есть. Мы можем здесь бусты получить, ясно. И вот коробочка, давай мы на нее нажмем, и вот что мы получим, смотри. Танк-стрелок 2 уровня. Вот у нас есть 2 стрелка, мы делаем слияние, получается стрелок 3 уровня. Давай я еще куплю стрелков, тут объединим еще стрелков. 2 вторых, 2 третьих, 2 четвертых, и вот у нас даже есть тигр, стрелок 5 левела. Так, нажимаю старт. Вперед, мы должны здесь победить, у врага 36 тысяч хп было. Давай, дружище, живи, ты же все-таки танк 7 левела, да, он просто непобедимый. 37 уровень, нажимаю fight. Давай, танчик, вперед, ты сможешь всех победить. Давай, дружище, держись, по тебе стреляют, но ты супер бронированный. Он злой танчик и непобедимый. 38 левел уже довольно опасный. Ты посмотри, сколько у врага танков ближнего боя, а также крутые стрелки.
Нажимаю файт и надеюсь, что победа будет за нами. Бро, тебе кажется, что здесь легко играть? На самом деле мы тоже здесь проигрывали, и скоро у нас будет босс, которого мы должны будем уничтожить. Но здесь в битве победа. 39 уровень, а дальше будет босс. И вот наступил этот эпический момент, когда у врага такой же танк 7 уровня, как и у нас. Ближнего боя, а также танчик-стрелок, как и у нас. Вот он. И по количеству у него получается больше танков, и стрелков, и атакующих. Нажимаю файт, и если честно, я сомневаюсь, что у нас будет победа, но все же надеюсь, что у нас все получится. Давайте, ребята, держимся. Как мы могли победить? Я не представляю, у нас танки были одинаковые, даже у врага сильнее. Но я рад, что победа была на нашей стороне. И нажимаем X5. И вот он, 40 уровень. Будет против нас босс. Мы уже его видели. Внешность этого босса нам знакома. Но с каждым уровнем он становится все сильнее и сильнее. Был, конечно, и другой босс Спартанец в прошлом ролике. Надеюсь, что сегодня он тоже будет. Он мне тоже нравится. Нажимаю старт и давай. У босса 54 тысячи хп. И вот босс, смотри, как за секунду развалил нашего танка ближнего боя. Нет, босс, не трожь наших стрелков. Смотри, раз булавой. Два. Два удара. Удара нету танков, просто замечательно. Сейчас будем делать слияние. Давай покупаем много танков первого уровня. Вот они, смотри, нубики, танки с пилами. Делаем слияние. И сейчас получим какого-то крутого танка-монстра. Так, у нас есть танчик 4 уровня. Нам до 7 еще очень много танков надо объединить. Это непросто. Надеюсь, что у нас хватит денег, чтобы сделать здесь правильное слияние. И что у нас по деньгам? У меня деньги закончились, бро! И вот, бро, наше преимущество закончилось. У нас закончились деньги. При том, что после каждого уровня я здесь смотрю ролики для того, чтобы выбрать X5. То есть каждый уровень выбираю, все есть. И все равно мы не смогли здесь заработать достаточно денег, чтобы получить танчик 7 уровня. Мы просто здесь нубики. Как мы будем сражаться, я не знаю. Давай мы танки как-то расставим друг от друга подальше. Может быть, таким образом враг будет дольше ездить, и наши стрелки смогут нанести ему больше урон. Так, нажимаем файт. Мы без денег, у нас 57 тысяч хп. Но мне кажется, все равно этого маловато. Давайте, ребята, живите. А можно еще поставить очень много танков мелкого уровня. Да, победа! Я даже не думал, что мы победим. Да, по хп мы были больше, но по огневой мощи, мне кажется, слабее. Босса мы победили, и вот открывается новая зеленая карта какая-то. И будут, конечно же, новые враги. Как много врагов! Безумие! Мне страшно. А дальше будет уже пляж. Хочу на пляж. Денег у нас нету для слияния. Ну, значит, будем воевать теми танками, которые у нас есть в наличии. Старт. Но сегодня мы в любом случае, бро, получим новую эволюцию. Почему-то у врага очень мало здесь хп. Мы его просто как нубика разваливаем. У него много стрелков. Зря он стрелков наделал, надо было делать атакующие танки. Первый уровень на новой карте пройден. Дальше у нас второй, а точнее 42-й. Нажимаю старт и поехали. Да начнется эпическая битва. Мы должны здесь победить. Потому что у нас все-таки 57 тысяч хп. Давайте, ребята, вы вдвоем выстоите. Ха-ха, круто. Победа. Какой же это эпический 43 уровень. Как-то многовато против нас танков. Мне страшно, но все равно нажимаю старт. И начнется эпическая битва. Противника 35 тысяч хп. Как-то хп маловато. Но танков он поставил много. Просто не все нубики слабого уровня. И мы победили. 44 уровень. У противника такой же крутой танк 7 уровня, как и у нас. Вместо ствола у него меч, а сзади также тигры, стрелки 5 левела. Нажимаю старт. 45 тысяч хп уже. Ну давайте, ребята, надеемся, что мы выстоим. Да, выстояли без проблем. Они по нам стреляют. Давайте... Танкуйте! Да, победа! 45 уровень, нажимаем старт и бросаемся на врага. Давай, уничтожим их. Очень много танков-ежиков, но нас не остановить. Еще чуть-чуть, да, держимся. Даже танк первого уровня с пилой, и тот выжил. Это был очень слабый уровень, и мы его прошли. 46 уровень, старт и вперед. У соперника 42 тысячи хп. Я думаю, что мы здесь тоже одолеем. Еще чуть-чуть, ребята, давайте дожмем. Еще дожмем. Да, победа.
А что-то внизу за цифра, смотри. Босс файт, 4-й левел. Давай мы сюда тоже нажмем. Попробуем сразиться против босса. А, не нажимается ничего. Значит, надо забрать награду. 47-й уровень, и здесь уже не все так просто. У него такие же крутые танки, как и у нас. А также есть стрелки. Нажимаю старт. 47 тысяч хп у противника. Давайте, ребята, держимся. Смотри, как они стреляют по нашему танку зеленому. Он почти убитый. Но там еще есть оранжевый. Потому победа за нами. 48 уровень, файт. Нам еще осталось немножко до босса. И посмотрим, что же там будет за монстр. А точнее, сможем ли мы его победить этими танками. Честно думаю, что нет. И придется нам эволюционировать. Ну а здесь, конечно же, победа. 49 уровень. Последняя битва перед боссом и новой картой. Ну что ж, противник очень силен. Смотри, артиллерия у него 4 уровня, крутая. И тут еще 6 уровня танчик, как у нас. Надеюсь, что мы одержим победу. Старт. У соперника 49 тысяч хп. Давайте, ребята, танкуйте, держитесь. Стоим. И выстояли, да. Победа на этом уровне. И вот он, 50 уровень. Смотри. Босс. Опасно, босс, опасно. Мы его не боимся. Босс, вылезай из-под земли. Золотой босс-спартанец. Нажимаю файт и попробуем сразиться. 62 тысячи хп. Так, ну у нас тоже немало хп, потому я думаю, что может даже победим. Ребята, стреляйте по боссу, стреляйте, еще стреляйте. Еще чуть-чуть, мы можем дожать босса, ну... Чуть-чуть не хватило. Если бы еще был один танчик-нубик, то мы бы его точно победили. Наши стрелки очень крутые, и они хорошо дамажат. Не хватило всего лишь чуть-чуть времени, чтобы одолеть этого железного золотого монстра. Давай мы возьмем кучу мелких танков с пилами. Они как раз на себя отвлекут врага, и мы сможем его победить. Надо вот местами поменять только. Ну, ребята, меняйтесь. Да, я хотел местами поменять, а не... Ладно, давай мы еще купим нубика. И я думаю, что такой сетап нам поможет. Старт! У нас 59 тысяч, у врага 62 тысячи. Давайте, малявки, вперед! Вы должны просто задержать его, и наши стрелки уже с ним разберутся. Да, победа! Куча мелких нубиков завалила его. Да, мы прошли эту карту, и открывается новая карта. Смотри, пляж будет здесь. Вау, как круто! Хотелось бы, если честно, чтобы враги были немножко сложнее, потому что мы как-то с легкостью их побеждаем. У нас есть очень много маленьких танчиков-нубиков. Сейчас проведем пару каток с ними, и потом уже попробуем сделать новую эволюцию, чтобы получить танк 8 уровня. Нажимаю старт. Давайте... Мы вас убьем и уничтожим вашего босса. Так ему и передайте. Вперед, ребята! Вперед, танки-нобики! Вы должны выстоять! Да, 3 чувачка с пилами осталось. И это круто. Ну что же, враги, вы очень крутые. У них 4 стрелка 5 уровня. Давай мы с тобой сделаем слияние. И я хочу уже получить новый танчик. А то как-то этот надоел 7 уровня. Надо эволюционировать. Что у нас тут получается? 4-й. А, нам надо еще сделать танк 1-6 уровня, чтобы был. Так, быстро строим много танков. Деньги у нас вроде бы есть, все хорошо. Пока что у нас нет проблем с валютой игровой. Золотишко есть в наличии. Так, 2 четвертых. А, надо еще 5-й получить. Снова закупаем много танков. Еще больше танков. Мы захватим этот пляж и будем отдыхать и пить молочные коктейли. Фруктовые, вкусные, сладкие. Еще покупаем танки. Игровое золото для покупки новых танков у нас закончилось. Я только что за ролик прикупил парочку. Мы уже с тобой проходим 3-ю карту, и я никак не могу сделать новую эволюцию, чтобы объединить 2 танка 7 уровня. Как же мы дальше будем здесь проходить в игре, я даже не представляю. Это что, мы будем 5 роликов снимать, чтобы сделать новую эволюцию? Ха, ну как-то не хотелось бы. И вот он, танчик долгожданный 8 уровня. Вот он, Ундерминер. Ты кто такой, дед? У него 79 тысяч хп и 11 тысяч атака. Вот это монстр-танк! Мне кажется, что я сам уже здесь стал боссом, бро. Смотри, какой у нас танчик есть. Он по размеру занимает 2 слота. Я в шоке. Какой же он мощный.
Нажимаю старт. Ну все, нубики, у нас 89 тысяч хп. У нас один танк занимает почти все хп. Давай, дружище, его никто не сможет одолеть, даже если удалить всех стрелков. Мы находимся на 53 уровне пляжной карты, и я уверен, что наши танки смогут без эволюции справиться с боссом в конце этой карты. Но нам надо еще дойти до этого босса и посмотреть, будут ли какие-то другие вражеские танки против нас или нет. Давай, дружище, ты просто танк-бур, ты сможешь всех одолеть. Ты в размерах в 2 раза больше, чем враги. И, конечно же, одержали победу. 54 уровень, нажимаю fight, да начнется эпическая битва. Мы видим, что у врага уже 51 тысяча хп было, но она все равно больше, почти в 2 раза. Наш голубой танчик не победить, потому что он серьезный. 55 уровень, старт, и начнется великая битва. Ого, уже 59 тысяч хп у врагов было. Мы должны их одолеть, давай, танчик, держись. Он так круто танкует, что даже 50% хп не могут с него снять. Ха-ха, враги-нубики. 56 уровень, старт битвы, и вперед, уже 60 тысяч хп у врагов. С каждым уровнем у них добавляется плюс 2000. Но это никак их не спасает, потому что победа за нами. 57 уровень, старт битвы, 63 тысячи хп у врага. Давайте, ребята, держимся. Наш танк непобедимый. Так он просто мини-босс. Мы сейчас босса просто здесь прихлопнем, как муху ладошкой. Ха-ха. 58 уровень. Бро, еще 2 уровня до босса. А что это за эпический голубой танк стоит у противника? Смотри, что это за динозавр? У него с арта ствол торчит. Ты кто такой вообще? Почему ты такой страшный? Он, наверное, 7 уровня стрелок. Или 8-го. Какого он уровня? Наверное, 8-й. Или 7-й. Ну, у нас 6-й, вот танк. Это значит 7-й стрелок. Мне страшно. Я не знаю, на что он способен, но надеюсь, что мы выстоим. У врага уже 69 тысяч хп. У него очень крутой стрелок. Смотри, как дамажит. Но мы смогли до него добраться и его буром просто здесь распилить. 59 уровень, и следующий левел, это уже будет босс. Старт, и посмотрим, что у них. 65 тысяч хп. В прошлом уровне было 69. Мне кажется, они не эволюционируют, а деградируют. Потому что мы становимся сильнее, а они слабее. Победа, конечно, за нами. 60 уровень, и здесь будет босс. Босс, не бойся нас. Мы тебя не обидим, мы просто тебя победим. И все. Ну, потом, конечно же, переплавим в доменной печи и сделаем из тебя трубы какие-то, а может, проволоку или арматуру. Всего лишь не надо нас бояться. Нажимаю старт. У противника 83 тысячи хп. У нас хп больше, чем у врага. Так мы сейчас его победим. Я в шоке. Мы впервые босса развалили здесь без улучшений. Да здесь нубики против нас воюют. Бро, босса мы одолели. Переходим с тобой на новую карту. Здесь будет уже новый босс какой-то эпический. Карта зимняя. Игра мне нравится, но есть маленький нюанс. Игра неправильно сбалансированная. Первое, это то, что у нас очень долгая эволюция. Я здесь вот 45 минут играю. Не знаю, сколько на ролике получилось. И мы еле-еле смогли сделать танк 8 уровня. И враги очень слабые. А так игра крутая по графике, по всему. Я надеюсь, что мы продолжим в нее играть, потому что игра интересная. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики и скоро увидимся. Пока!